Взрослые всегда читают про себя. Скучные люди эти взрослые, вроде старых собак. А Зина читает вслух, нараспев. И все время вертится, хлопает себя по коленке и показывает мне язык. Конечно, так веселей. Я лежу на коврике, слушаю и ловлю блох. Это во время чтения очень приятно. И вот я заметил, что есть такие штучки, которые Зина совсем по-особому читает. Точно котлетки рубит. Сделает передышку, языком прищелкнет и опять затарахтит. А на конце каждой строчки, ухо у меня тонкое, похожие друг на друга кусочки звучат. Дети – отца, сети – мертвеца. Вот это и есть стихи. Вчера весь день пролежал под диваном. Даже похудел. Все хотел одну такую штуку сочинить. Придумал. И ужасно горжусь. По веранде ветер дикий, гонит листья все быстрее. Я – веселый фоксик Микки, самый умный из зверей.